Привет всем! А у нас сегодня такое хорошее утро. Во-первых, мы кофе взяли. Мама нас убьет, потому что мы должны были просто сходить за молоком и сделать его дома. Но мы взяли кофе. Мама, прости. А сейчас хорошая новость. Ну, для меня очень хорошая. У меня скоро день рождения. И мы с Димой решили, что мы сделаем мне подарок. Мы с Димой решили, что я сделаю себе подарок. Мы купим мне iPhone. Да. И мы сейчас едем за айфоном. Хоть это немного рановато перед моим днем рождения, потому что у меня день рождения 9 февраля, а мы уже идем. Сегодня только первое. И у меня хорошее настроение. А еще первое, что мы сделаем с телефоном, когда придем домой. Что мы сделаем, Дима? Бросим его в воду. Бросим его в воду! Юху! Проверим, правильно ли он работает ли он под водой. Да. Потому что мы же потом уезжаем, и поменять уже не получится. Нужно его, в общем, вообще провести ему тест-драйв, все ли работает, да, чтобы, если что, поменять его. Так что мы сегодня купим телефон, потом мы едем за посылкой, которую нам прислали наши друзьяшки, там остатки наших вещей, которые мы забыли и которые не вместились. Там постель у нас, посуды немножко. Заберем посылочку, посылку с Испании, кстати. А потом я еду к косметологу опять. Мне нужно успеть полечить кожу, пока я здесь. Потому что в Латвии я не знаю, кому там ходить, сколько это стоит и так дальше. Такие у нас сегодня планы. Надеюсь, мы все успеем. В общем, по дороге за Катиным айфоном зашли тут в Атлет один. Нашли супер классное предложение. Смотрите, старая цена и новая. Дима, нужно брать. Я, наверное, возьму, да. Все, знаете, с чего я снимаю? С нового телефона. Ура, конечно, да. Не будет брать мой телефон. Да, у меня будет свой, я буду с него снимать. В общем, у нас здесь в Киеве приятные новости, потому что я больше не буду брать Катин ноутбук, потому что у меня есть свой. И Катя теперь не будет брать мой телефон. Да. Кстати, этот телефон, он со стабилизацией. Поэтому мы будем ходить, трясти рукой, поэтому а вы не будете этого видеть. Поэтому такие съемки больше не будут. Буду, когда мы будем снимать с твоего телефона. Вот и вы все. Это прочувствуете. Да. Я вообще очень довольна. Я взяла себе Silver. Я вам покажу, в общем, его. Вот эта посылочка маленькая, 10 килограмм. Еще вам покажу. Может, кто-то не видел. У нас в Киеве такие модные светофоры поставили. Я первый раз их увидела. Мы с Димой их первый раз увидели, потому что их поставили, пока мы были в Испании. Я сейчас лечу просто к косметологу, потому что я уже опаздываю. У нас так получилось, что мы пошли покушать домой и задержались там. И я теперь опаздываю. На улице очень-очень-очень холодно. Но холодно не потому, что сейчас там минус 15, сейчас минус 6 где-то. Холодно, потому что очень большая влажность, из-за этого сыра, из-за этого это все, этот холод пробирает тебя прямо изнутри, вот даже дышать холодно. Я уже вышла от косметолога, и я иду на остановку. Я купила круассанов, круассанчики, прям в пекарне в центре. У нас, к сожалению, не так, как в Испании, пекарня у нас только в центре, да. Поэтому при любой возможности, когда я в центре, я вспоминаю об Испании и покупаю круассан в пекарне. Мы зашли в супермаркет. В супермаркет сейчас купим все, что приготовить пирог с мясом. Там мы зашли по минимуму, купились. Думаю, что в Испании, что в Украине, не важно. Наша семейка скупает все в супермаркетах. Смотрите, какую прелесть мы с мамой приготовили. Вообще мы не думали, что она получится такое большое. Сильно тесто поднялось. Потому что мы его еще закрутили в такую косичку. Да тихо, плита, сейчас мы снимем твой этот пирог. Сейчас сделаем то, что мы обещали утром. Это закинуть Катин новый телефон в воду и проверить его.
Ну, нам так стрёмно, мне тоже стрёмно вообще. Я сейчас хотя бы попробую просто под кран его положить. Вот. И за равно очень страшно. Хотя вроде как все должно быть нормально, но мало ли. Но что нам сказали, что гарантия не покроет тот факт, что мы его опустим в воду, и вдруг он не сработает. Стрёмно. Я не могу этого сделать. Не могу. Капец. Блин. Ты меня простишь, Кать? Нет. Ну давай, давай. В общем, смотрите, краш-тест на водонепроницаемость. Работает. Все, отлично. Супер. Все, пошли. Вот этот палец не работает мокрый. Он всегда не работает мокрый. Вот. В общем... Прошел. Первый этап мы прошли. А теперь хочется поснимать оттуда, с воды. Ну все, собственно. Это фейл, ребята, он не поместился. Так поставь его так. Да нет, я хочу себя снять из воды. Мы взяли орудие посерьезнее на этот раз. Так, я снимаю себя. Вроде нормально. Смотрите, какое получилось видео. Все, хватит на сегодня экспериментов. Подробнее про iPhone новый Катя расскажет завтра. Сегодня она не может этого сделать, потому что она вся в работе. Да, рисую. Я уже почти закончила. Я надеюсь, что уже в этом выпуске вы уже это видели. Да, 2 часа ночи, я уже почти закончила. Тут даже собака будет. Да, Аврочка. Все, всем пока, всем до завтра. Встретимся.